Всем привет, друзья! Меня зовут Арсений, и сегодня мы сделаем разминку под названием «Зоопарк». Я уже довольно давно наблюдаю за такими проектами, как MoveNut, IDA Portal, Naturalytics и так далее. И мне нравятся их концепции физического развития с использованием максимально естественных движений для человека. Таким образом, все мышцы человеческого тела развиваются как единое целое. Развиваются суставы, связки и сухожилия, а также увеличивается гибкость и подвижность всего скелета. Именно эти проекты вдохновили меня на составление этой разминки, и называется она «Зоопарк», хотя сам я не очень люблю зоопарки, потому что, по сути, это тюрьмы для диких животных. Именно поэтому, кстати, мы находимся в клетке. Но сам я животных люблю, поэтому хочу сказать, что лучше в зоопарке не ходить и не водить туда своих детей. Но да ладно. Эта разминка — это скорее разогревочная часть разминки, и делается она исключительно после суставной разминки. Или хотя бы, по крайней мере, обязательно разомните кисти, локти, колени и стопы. Хорошо, поехали. Первое упражнение — это медведь. Площадка у нас примерно 18 метров. Встаем на четвереньки, руки прямые, ноги слегка подсогнуты, и начинаем идти вперед. Хорошо, и назад также. Хорошо. Следующее упражнение – это утка. Я думаю, все в школе делали на физкультуре утиный шаг. Садимся на корточки и, не поднимая таза, идем. Возвращаемся бегом. Далее идет ящерица. Почти как медвежья походка, только в данном случае туловище у нас максимально прижато к земле. То есть локти и колени согнуты. И ползем разноименными конечностями. То есть левая рука, правая нога, правая рука, левая нога. Хорошо. Обратно бегом. Следующее упражнение – это обезьянка. Боковая. Садимся также на корточки. И в плоскости, в которой у нас стоят ноги, переставляем руки в бок. И перепрыгиваем в бок.
хорошо, и в другую сторону. Хорошо. Следующее упражнение – это паучок. Встаем в такую вот позу, как ее назвать, и то же самое. Пошли вперед. И обратно спиной. Хорошо. Далее у нас идет кенгуру. Обычные прыжки в длину. Хорошо. Обратно бегом. Далее идет звезда, наверное, отсылка к морской звезде, хотя так она не делает, но все равно похоже. То есть колесо через бок. И в другую сторону. А? В мультиках делает, да. Фух. Голова закружилась. И раз уж мы начали морскую тему, закончим мы крабиком, мистером Крабсом. Бедра параллельны плоскости пола. И в таком положении двигаемся весь зал. И в обратную сторону. Фу, великолепно. Вот такая вот разминка. Для кого-то, я думаю, это будет целой тренировкой. И эти упражнения мне нравятся тем, что они возвращают тебя в детство. Ведь дети постоянно двигаются. Они ползают на четвереньках, они лазят, они карабкаются и так далее. И эти движения, они вызывают своего рода всплеск эндорфинов и, в принципе, удовлетворение от физической активности и движений. А движение, как известно, это жизнь.
Поэтому двигайтесь, друзья, двигайтесь разнообразно, развивайтесь гармонично, будьте здоровы, всем мир!